Ну, в начале нулевых была повальная мода на японское оружие. Ну, естественно, зайдя в магазин, опять к тому же Борису, я не устоял, соблазнился. Купил так называемый нож Танто. Самая-самая первая поставка, когда только появились. Вот тут мы видим чудеса техники, японская сталь. Скрепана она из трех слоев. Если вот потом мы крупно покажем, то есть видно, что это три полосы, скованные в виде сэндвича. Центральная часть, она из очень твердой углеродистой стали. Две боковые полости, значит, более мягкая, эластичная сталь. Все это в пакете паковывается, дальше точится, и получается режущая кромка. Значит, очень долго держит заточку. Ну и классическая вот такая вот японская форма, вот так называемая танто. Было их четыре типа размера, было еще побольше, но совсем побольше что-то мне уж не показался. Ну вот на один типа размер поменьше. Ну, с этим ножом, конечно, тут же я его взял на охоту. Опять насмешки от егерей. Таким ножом невозможно ничего сделать. И вот что удивительно, вот заточка. Приноровился я его, естественно, точить. Охотились мы тогда в Суздале, в замечательном Суздальском государственно-охотничьем хозяйстве. Добыли мы в ту охоту, как сейчас помню, двух небольших кабанчиков, сигалеток. Ну, принципиально пошли обдирать, вот только вот используя вот этот нож. Ну, не сказать, чтобы мы намучились, конечно, это не скиннер, о котором мы говорили в предыдущей нашей программе. Но, тем не менее, задача была выполнена. Но зато, когда эти кабаны висели, просто буквально одним ударом, от хвоста, в общем-то, до шейных позвонков, тушки разваливались просто вот как вот, ну как в кинофильме «Убить Билла». То есть четко было все это разрублено на стейке. Дальше мы этот нож, коллектив у нас был человек 14, все мы были любознательны, что мы этим ножом только не делали. И рубили для костра березы, дрова, щепки для самовара. То есть он использовался жестоко 3 дня, и тем не менее он даже не затупился. Несмотря на свой характер, когда я прихожу из магазина, первое желание переточить нож, купленный в магазине, под себя, вот под свой угол заточки. Вот, вот этот нож я не точил 1,5 года. Я его брал все время на охоту, ну, в качестве топора. И, в общем-то, он полностью все характеристики, которые были заявлены. Единственное, что я вот не рубил там этот канал, канат морской манильский, потому что во всех тестах про ножи мы видим, как он подвешивается в свободный конец корабельного каната и рубится. Вот этого мы не делали. Но все работы, которые выполняются в лагере, с честью этот нож выполнил. Причем хорошие такие вот кожаные ножны, легко нож вынимается. Ну и вот в первой программе мы говорили о том, что кожаные ножны, они предпочтительнее все-таки каких-то жестких. Вот если мы берем следующий нож, ну это классический американский нож фирмы СОК. Он стоит, до сих пор стоит на вооружении в подразделениях. Кто внимательно смотрит фильмы, вот, этот нож, он часто мелькает. Вот характерная серрейтерная заточка, которую я вот в охоте, она, вот на мой взгляд, она не нужна. Вот только вот скапливается жир, мясо, шерсть, вот в этих тяжело нож мыть, но вот как вот нож тоже для добивания, ну, чисто такой армейский вариант. Вот мы видим у него жесткие ножны. Еще лет 15 или 20 назад прочитал в какой-то я старой книге, тоже не помню у кого, вот, о том, что ножны предпочтительнее, это берем тех охотников позапрошлого века. И вот до сих пор у меня в памяти остался трогательный рассказ, как поручику, уходя в отставку, сослуживцы подарили кавказский кинжал. Поручик был страстным охотником, вот, кинжал был великолепный, он его любил, обожал, и вот как-то двигаясь из гостей, возвращаясь, лошади понесли, волки, метель. С собой было охотничье ружье. Ружья, понятно, 150 лет назад были дульнозарядные, кремневые, либо капсульные. Перезарядить их не представилось возможностью. Пистолеты были также выстрелы израсходованы. И остался у него единственный нож, который подарили. Но поскольку он был в гостях, соответственно, заходил в теплое помещение, влага от деревянных ножен на морозе ее прихватило, и как этот несчастный поручик не старался вытащить нож,
клинок вмерз в эти ножны, и все-таки волчья стая догнала лошадь и сделала свое дело. И, в общем-то, труп этого несчастного поручика нашли около этих садей, и правая рука у него была на ноже, левая на ножнах, и так он его не смог извлечь. Вот существенный недостаток. Конечно, таких экстремальных ситуаций, наверное, трудно себе вообразить в настоящее время, но тем не менее, все-таки вот из кожаных ножен клинок извлекается гораздо быстрее. Ну, то, что касается классического такого охотничьего ножа, мы с вами поговорили. Ну, теперь ножи экзотика. В той же самой кольчуге, у того же Бориса, о котором я рассказывал, увидел я вот это вот чудо дивное, когда зашел. Нож не нож, копье не копье. И стоило это все по тем временам лет 10 назад. Ну, какие-то настолько копейки, чуть соизмеримые, наверное, ну, может быть, как 10 поездок на метро. Причем это фирма Cold Steel. Производство вот непосредственно этого ножа Тайвань. Как потом я уже выяснил, что в Тайване еще со времен Второй мировой войны были крупповские склады оружейной стали, и фирма Cold Steel потихонечку эту сталь использует в оружейных целях. Вот. Ну, нож я этот купил. Как ни странно, что он напоминает черенок от лопаты, но тем не менее в руке вот удивительно сидит хорошо. Вот. Естественно, мне хотелось сделать древко к нему, сделать либо дротик, либо подобие рогатины. Но все это как-то откладывалось в долгий ящик. И как-то я его взял первый раз на охоту. И первое, что я столкнулся, нечем было накопать червей. Взяв его из магазина, видите, он нож покрыт просто термокраской, накопав червей, что-то ребенок у меня его покидал в землю, поиграл в ножички. Когда жена попросила нож порезать, опять был семейный выезд на охоту, вот, после всех этих процедур он великолепно резал помидоры, как вот в рекламе показывают, как он режет спелый помидор. Вот. Ну, сталь заинтересовала, поточил, сталь оказалась действительно великолепная. Ну и в какой-то момент все-таки я решил это, осуществить эту мечту в каком-то кеттлерском немецком каталоге. Обнаружил я вот такой упор для стрельбы по цене, по-моему, 158 евро. Ну, у каждого охотника всегда куча всевозможных рогов, каких-то кусочков трофеев, которые он не использовал. Ну, загорелся я сделать такой многофункциональный инструмент. Вот это вот на строительном рынке купил древко, не знаю, то ли это от швабры, то ли еще от чего. Бедный продавец, когда я выбирал, перебрал я их штук, наверное, 50, чтобы не было ни сучков, чтобы она была прямая. Дальше я какое-то время его ошкуривал. Вот. Ну, получился вот такой вот упор для стрельбы. Ну и, соответственно, обратный конец обработал таким образом, чтобы можно было насадить наш этот нож, который долго ждал. Вот получается такая конструкция. Ну, дальше. Больше нож трансформировался в рогатину. Мало кто знает, что такое рогатина. Почему-то все думают, что на Руси ходили на медведя с рогатиной. И все представляют, что это деревянная такая вот большая вилка остроточенная, и как медведи колют этой рогатиной. Вот. И когда начинаешь объяснять, что такое классическая рогатина, ну вот эту конструкцию полноценно рогатиной назвать нельзя. В общем-то, это скорее всего называется у охотников, это легкое такое копье называется пальма. Вот. Но поскольку вот здесь вот у нас элемент рогатины присутствует, рогатинам это пошло от того, что существовало какое-то колечко специальное, и подвязывался вот кусочек рога вот таким вот образом. Кусочек рога, это просто перекрестие. Почему рог? Долговечный, прочный материал, а кусочек рога это нужен для того, чтобы, когда кололи медведя, кабана, чтобы вот это наше копье не проникало в тушу зверя. Потому что, ведь, собственно, охотник, когда выходил на медведя, он упирал
этот конец земли, и медведь натыкался на рогатину. И под собственным весом он падал, и вот этот рог он не давал проникнуть оружию дальше вглубь. Вот получилась вот такая конструкция, после того, как я ее изготовил, ну, товарищи тоже подсмеивались, что когда ты будешь эту конструкцию использовать на охоте, ну, конечно, ходить по лесу при наличии огнестрельного оружия и специально вот выслеживать кабана, шанс невелик. Но лет 7 назад такой случай предоставился, мы были в замечательном вольерном охотничьем хозяйстве. Сейчас мы очень дружны с деятелем этого хозяйства. Вашему вниманию мы предложим репортаж из этого хозяйства. И мы практиковали там так называемую охоту для чайников. Ну, суть сводилась к тому, что у него в собственности около 40 гектаров леса, огороженный забором, вот, и какое-то количество диких зверей находится в лесу. И вот на таком охотничьем полигоне мы могли моделировать любые условия, начиная от загонной охоты, охоты с вышек, охоты с подхода, с подъезда, да все что угодно. Вот. Ну и как-то раз я привез эту рогатину, творческая личность, Сергей Анатольевич тоже загорелся, говорит, давай сходим на кабана вот с этой пальмой. Вот. Взяли мы двух собак, в лесу вот в этом огороженном обитало особи 15 или 18 кабанов разного размера. Ну, пробегав часа два, все-таки догнать невозможно зверя, чтобы поразить его таким оружием, несмотря даже на собак. Вот. Ну и в компании у нас был профессиональный снайпер, сотрудник силовых структур, руководитель подготовки снайперов одного из силовых подразделений России. Вот. И уже просто выбившись из сил, я взмолился, я говорю, Сережа, говорю, сделай мне, пожалуйста, подранка. Что меня поразило, он говорит, какую ногу? Я говорю, ну правую заднюю. Моментально на вскидке из моего охотничьего карабина с оптическим прицелом он перебивает скакательный сустав на той ноге, которую я заказал. Вот. Но даже на трех лапах невозможно было догнать. Тогда я уже ему кричу, говорю, тогда левую переднюю. Моментально происходит выстрел, кабан зашатался, и вот это позволило нам подойти к нему и непосредственно добыть зверя с помощью этого инструмента. Вот. Ну, честно говоря, вот это первый раз я с этим столкнулся, меня вот поразило, насколько легко вот эта вот форма входит и насколько вот все-таки функционально вот непосредственно вот этот кусок рога. Именно вот до рога дошло, зверь моментально дошел, никаких мучений. Ну, в общем-то, вот такое полноценное холодное оружие. Ну, больше, честно говоря, на охоту я его не брал. В качестве упора для стрельбы использовал, но вот один раз в жизни мне довелось охотиться с рогатиной, правда, не на медведя, а на небольшого кабанчика. Ну, в продолжение хочется сказать о том, как правильно носить нож. Если мы берем ружья, особенно ружья старые, посмотрев на левую часть, мы увидим, ну, здесь таковые отсутствуют, характерные следы, вот именно от охотничьего ножа, от какой-то амуниции. Как правило, спусковая скоба вся забита напрочь, вся исцарапанная, левая сторона замков тоже дерево. Когда говоришь человеку, да почему же у тебя ружье в таком состоянии? Говорит, ну с правой стороны же носится охотничий нож. Кто сказал, что он должен быть справа? Даже офицер морской, там, сухопутный, кортик носит слева. Вот. Но тем не менее, люди почему-то упорно носят справа. И как следствие, вот покоцанное, изуродованное оружие. Вот. Хотя гораздо сподручнее вытащить нож, когда он находится с левой стороны. Вот в современных ножах, особенно военных, которые очень любит молодежь, причем молодежь, охотники, которые не служили в вооруженных силах, они почему-то стараются придать милитаризм. Одежда, оружие, огнестрельное и холодное. Тут существуют еще всевозможные такие кольца, подвесы, скобы. Кто-то выходит на охоту, размещает нож слева. Ну, наиболее продвинутый справа, чтобы было еще неудобнее стрелять, если человек не умеет стрелять. Но это дело вкуса. Вот, опять же, об армейских ножах. В
Вот этот нож мне подарил мой собственный сын. Ему хотелось очень сделать приятное. Мы были в кольчуге. Он подошел, пошептался с заведующей секцией. Тот ему отложил. Потом мы оформили этот нож на охотничий билет. И он мне дома вручил этот нож. Я тоже как-то сначала озадачился. Естественно, я его подточил, использовал. Нож неоднократно бывал на охоте. Ну, всем хорош. Потребительские свойства, хват, рукоять. Но когда на привале достаешь нож, ощущаешь себя даже не солдатом российской армии, а каким-то вот натовским солдатом, который находится в буре пустыни. А охота – это, в общем-то, процесс такой вот он творческий. И хочется ощутить, скорее, себя, наверное, Тургеневым, там, сидя на пеньке, а не каким-то натовским солдатом. Поэтому все-таки вот к такому утилитарному военному оружию у меня отторжения нету, но все хорошо, конечно, в меру. Все-таки на охоте охотничье оружие должно быть охотничьим. Ну, вот типичный представитель из этой же серии, уменьшенная копия легендарного американского ножа Кабар. Вот. Гражданская версия, армейская версия точно такая же, ну, процентов на 25 побольше. Вот такой же вот пластик, очень функциональные ножны, антибликовое покрытие, очень твердая сталь. Вот, ну, тоже с большим натягом его можно посчитать охотничьим ножом. Но хотя вот я часто встречаю вот именно вот эту версию у охотников, ну, в общем-то, как известно, на вкус и цвет, в принципе, нож, конечно, неплохой, кому что нравится. Ну, еще хочется сказать несколько слов о классических ножах для выживания. Вот все помнят фильм «Рэмбо», вот этот огромный ужасающий нож и вот эту фразу «Я с ним охочусь на оленей». Вот. Где-то в конце 90-х было две версии «Король джунглей 1» и «Король джунглей 2». «Король джунглей 1» он еще здоровее, чем этот, вот именно в аккурат такой же нож, которым охотился Рэмбо, вот так называемый нож для выживания. Трудно представить себе городского охотника, там, что он окажется в таких условиях, что ему потребуется такой нож со встроенным пеналом, там, крючки, огниво и прочее. Но, тем не менее, вот, захотелось мне его попробовать. Приобрел я его, по-моему, в 96-м году, вот этот нож. Если мы его посмотрим, вот он напоминает наш армейский штык от автомата Калашников. Вот он, что по габариту, ну, в общем-то, приблизительно такой же по функциональности. Вот этот штык, когда я после института служил 2 года, командовал ротой офицером, мне на память подарил мой любимый начальник штаба. Вот я когда беру этот нож в руки, он тоже, кстати, несколько раз я убрал на охоту, и даже наспор я снимал шкуру с косули полностью от и до вот этим вот штыком. Измучился, но в силу упрямства я показал, что, в общем-то, даже таким ножом можно выполнить все наши охотничьи операции. Конечно, крайне неудобно было, но это удалось. И вот мы смотрим, берем этот нож для выживания. Ну, наличие серрейтера, который, к сожалению, ничего не пилит. Может быть, им удобно перерезать стропы. Набивается, как я уже говорил, сало, жир, но тем не менее, вот эта форма, вот с этим характерным их изгибом, утяжелением вот этой вот части. Нож великолепно рубит. Рубит какие-то небольшие деревца, даже вот с помощью этого ножа за один удар можно перерубить вот такое дерево. Меня вот это потрясло. Многие говорят, что круглые рукоятки, я много читал рецензии на этот нож, она неудобная, скользит, вот ничего подобного. Вот мне показалось, что рукоять на самом деле очень функциональная. Ну, наличие компаса и пенала, компасом приходилось как-то пользоваться несколько раз. Даже благодаря этому компасу удалось избежать крюков 12 километров. Если бы я не убедил егерей, что мы идем на юг, хотя они убеждали, что на север, компас действительно хорош. Ну, традиционный набор с рыболовными крючками, никогда я его не открывал, и пластырем я этим тоже не пользовался. Вот. Рогатка для добывания дичи. Маленький нож, скальпель, гаечный ключ, этим я тоже не пользовался. Зеркальце для подачи сигнала самолету тоже остались невостребованные, но тем не менее, вот видно по ножу, по состоянию, что пользовались им, потом какое-то длительное время я на даче его использовал как бытовой нож. Конечно, как аксессуар к охотничьему костюму, он смотрится, ну, наверное, как
кроссовке, к смокингу или к фраку. Но, тем не менее, в общем-то, ножик достаточно рабочий оказался. И, в общем-то, нисколько не жалко тех денег, потраченных на его приобретение. Вот. Дальше. А с этим штык-ножом у меня связана, пожалуй, одна из самых ярких охотничьих историй, которую мне очень хочется рассказать. Подарили мне его тоже на день рождения, несмотря на то, что нож армейский, сталь не ножевая, в общем-то, колющее оружие. Я его выточил, и буквально через 3 дня предстояла охота на кабанов во Владимирской области, недалеко от города Покров. Вот. И было какое-то предчувствие, что вот этот нож будет использоваться. Причем я попробовал, резал им хлеб, овощи. И вот как-то я прям вот увидел картинку, как я буду кабанью печенкой именно вот резать этим ножом и подавать на стол. На ход поехал со мной мой сын Антон, которому на тот момент было 9 лет, который занимался с 6 лет пулевой стрельбой, с 7 лет занимался стендовой стрельбой. Вот, вооружил я его на тот момент сайгой 20-го калибра со складным прикладом, короткая версия образца 96-го года, одной из первых. Пуля была у нас вятка. Но по приезду в хозяйство у нас компания была немногочисленная, было всего лишь 7 охотников, считая нас с ребенком. Вот, предполагалось охотиться с вышки. Вот, ну, конечно, может быть, это неправильно, доверять детям оружие, участие в таких опасных охотах, но из всех правил существует исключение. В собственном сыне я был уверен на 100%, тем более охота предполагалась не опасная, с вышки стрельба велась сверху вниз. В общем-то, ну, ничего такого страшного я не видел. Ну, пошло все немножечко не по сценарию, ключи от вышки оказались у егеря, который уехал в Владимирскую область с отчетом. Ну и в итоге мы решили провести охоту нагоном. Вот. Плотность кабана в тот год была неимоверная. Вот, лес кабанами просто кишел. Единственное ограничение, которое нам было предъявлено, это не трогать огромного сикача, который бродил недалеко от места проведения охоты, и его интенсивно прикармливали, ожидался приезд какого-то чиновника. Вот. А путевка на лицензии у нас была молодняк до года. Происходило, как это сказал, 20 августа. Ну, пообещав, что сикач останется живой, мы выдвинулись на эту охоту. Вот. Поскольку все-таки с вышкой вариант не получился, ну, поступило предложение провести охоту нагоном. Стадо мы знали, где располагается, мы встали на номер, и главное, кто это хозяйство толкнул на нас это стадо. Вот. Все произошло как по писанному, как в хороших книжках. Стадо прошествовало в низине метрах в 35-40. Ребенок не стрелял, просто как-то был не уверен, может быть, думал, что я буду ругаться там. Ну, не было уверенности выстрелить так. Проводил их всех. Было их зверей, наверное, 12-14 кабанчиков пробежало. Вот я его успокоил, и мы приготовились, значит, переместиться. Ну, в этот момент сзади справа я посмотрел одиноко бегущего на нас кабана, и у меня сложилось впечатление, что это один из зверей отбился от стада и двигается в нашу сторону. Но оказалось, размеры с расстояния 50 метров как-то сразу я определить не смог. Смотрю, сын вложился, ведет его так хорошо. Прежде чем он нажал на курок, я уже понял, что, вероятно, это тот самый сикач, встреча с которым грозила нам и штрафами, и скандалом, и прочее. Но остановить я уже его не мог, точнее, не хотел, потому что мне было очень интересно, чем закончится эта охота. Прогремел выстрел, попадание было явно по месту, вот, а зверь сразу так споткнулся, из поворота, из последних сил стал двигаться в нашу сторону. Естественно, реакция, я сына за спину, я был вооружен карабином Браунинг 270 калибра, это 7 мм на 64 мм гильза. Ну, не совсем, конечно, оружие, скорее всего, для горных охот, рассчитано на дальний выстрел, сумасшедшая энергетика, начальная скорость пули 1070 метров в секунду. На такой дистанции, с такой энергией, она, конечно, не просто нет возможности раскрыться, но как-то вот так получилось. Вот. И в этот момент сам падаю на левое колено, выцеливаю
уже тянул спусковой крючок, в этот момент раздается выстрел. У меня было ощущение, что это сын нажал на спусковой крючок совершенно случайно и снес. Ну, легкая контузия, было такое ощущение, что полголовы у меня отсутствует. Провел рукой, крови нету, голова цела, сын стоит рядом, оружие, как учили, направлено вниз, палец на спусковой скобе, четкое попадание в височную область, кабан остановился. Вот, делаю контрольный выстрел, вот, в торопях попадаю тоже в голову, но ближе к носу. В общем-то, вреда он бы никакого не принес зверю. Ставим оба карабина к березе, я вынимаю вот этот нож, берем фотоаппарат и гордо идем к этому кабану. Ну, подойдя уже метров за 15, не доходя до него, я ощутил размеры. Вес кабана составил в грязном, на промышленных весах мы его взвесили, 270 килограмм. Вот. В этот момент он из последних сил пытался еще встать на передние ноги. Вот. Ну, нож, конечно, оказался в ножнах. Сбегали, принесли карабины. Пока пробежали туда-сюда, зверь дошел. Зверь дошел. Ну вот как результат этой охоты, на память у нас осталось вот такой вот оформленный трофей. 23 сантиметра клыки. Я за всю свою охотничью практику мне не доводилось добывать такого кабана. Вот. Ну, чем дело закончилось, заплатили мы штраф, выкупили лицензию на взрослое животное, но, тем не менее, все эти мелкие неприятности забылись, а вот уже 11 лет вот этот вот замечательный трофей украшает стены нашего с ним кабинета. Ребенок вырос, охотой занимался не зря, поступил в МГУ, сейчас студент второго курса геологического факультета. Специальность косвенно связана с охотой, в общем-то, с этой охотничьей лагерной жизнью. Все навыки, полученные на охоте, они ему, конечно, пригодились впоследствии. Вот. В настоящий момент, там, отправляясь на практике, спокойно проходит и 25, и больше километров, и с нагрузкой, в состоянии, в общем-то, добыть себе кусок мяса, развести костер, переночевать в лесу. Ну, так вот охота как-то косвенно даже повлияла на выбор специальности, связанной с природой, с освоением наших природных ресурсов. Вот, что-то у нас еще осталось неохваченное. Ну, теперь рассмотрим вот такой вариант охотничьего ножа. Ну, классическая финка, классическая финка. Существует, к сожалению, в нашей стране романтика ножа. Вот каждый вам расскажет, что вот у меня есть мастер, который раскует подшипник, который возьмет автомобильный клапан, клапанная сталь, что нет лучше клапанной стали ничего в жизни. Если сделать из клапанной стали нож, то он обладает такими волшебными свойствами. Кто-то будет говорить, что нет ничего лучше ножа, изготовленного в местах не столь отдаленных, что мастера на зоне сделают такое, что ни пума, ни бокер, ни спайдерка, никто не сможет этого воспроизвести. Но вот много я держал таких ножей, я сам инженер-механик, я 4 года работал в кузнечном цехе начальником службы механика. В этом цехе мы и ковали этот клапан для москвича, для автомобиля «Москвич». Клапаны стали у меня было, как у дурака Фантиков. Причем она была, клапан не надо было расклепывать, он шел в виде прутка толщиной 12 мм, длиной 4 метра. Можно было отрезать любую заготовку, раскалить его в индукционной печи, на горизонтально-ковочной машине расковать собственноручно любую пластину. Можно было отковать на паровоздушном молоте в кузнице свободной ковки. Любой можно было выковать нож. Сколько я ни занимался, я в силу юношеского максимализма тоже стремился создать идеальный нож. И вот с высоты прожитых лет хочу сказать, это все равно, что изготавливать какой-то автомобиль. Мы его сейчас делаем в одном экземпляре, может быть, он будет хороший, как Фоменко делает там свою Марусю гоночный автомобиль. Но, наверное, все-таки Маруся, к сожалению, с Феррари конкурировать не может. Точно так же вот ножи этих фирм, которые мы рассмотрели, не могут. Есть, конечно, мастера, я не беру. Есть такие известные мастера, которые, имена которых сохранились в веках, златоустовские мастера. Но это все-таки уже исключение из правил. Вот. Легенда об уголовных ножах. Сколько раз я был свидетелем, как генерал из Гуина достает нож. На мой взгляд, он чудовищный, вот эта уголовная романтика. Ну, может быть, он хорошо, конечно, там войдет под ребро, как в той песне, но как охотничий нож, это с большой натяжкой. Мне дарили такие ножи, я их передаривал, у меня ни одного нет такого самодельного ножа, просто вызывает чувство отвращения. Когда почему-то у всех критерий, что нож
изготовлен на зоне, он перерубает гвоздь. Но для этого, наверное, есть пассатижи и кусачки. Вот. И когда вот сколько раз я был свидетелем, а давай стукнем ножом об нож, выдержит ли твой нож? Ну, как правило, в таких случаях у меня всегда есть такой маленький бытовой нож на охоте. Это вот французский нож фирмы Опинель. Они выпускаются из двух марок стали. Вот одна из них очень твердая по состоянию, почти напильник. Стоит совершенно каких-то разумных денег. Я всегда ставил Опинель и говорил, если твой уголовный нож, который делали вору в законе, хотя бы там насечку сделает вот на этом простом перочинном ноже, как правило, ставили, а можно я по нему ударю. Ну, в общем, после удара иногда на этих ножах тут оставалась, может быть, миллиметровая вмятина, а эти хваленые ножи иногда до 5-7 миллиметров он их прорубал. Потому что все-таки против закона физики не попрешь. Чем тверже сталь, тем, конечно, вот след останется меньше. Но это не более как миф. Причем на охотничьих ножах, вот когда я рассматриваю, купить, не купить, посоветовать, не посоветовать, все-таки обязательно нужно наличие упора. Потому что упор в охоте, ситуации бывают разные, нет да нет. Кто-то всю жизнь, проходя на охоту, никогда этим ножом не воспользуется, как оружием будет использовать. Тогда хороша, может быть, и такая финка. Вот, эта финка тоже Златоустовского завода мне вот досталась тоже в качестве подарка. Раза 4 я брал на охоту. Ну, вот, как ни странно, сталь мне понравилась. Сталь понравилась, молодцы. Исполнение замечательное, не тянет, вот не производит впечатление самодельного ножа. Но, тем не менее, отсутствие упора и как раз именно вот пришлось добирать подранка такого небольшого совсем поросенка, там килограмм на 20. И то, вот в общем-то, нанести последний удар как-то было вот не с руки, неприятно. Что-то вот, держа его, ощущаешь себя не охотником, а каким-то жиганом из подворотни, что ли. Хотя, безусловно, вот наши производители отечественные, вот великолепно изготовленные ножны, мне очень понравилась сама система подвеса. Но вот, на мой взгляд, не хватает только упора. Про этнические ножи мы начали разговор. Вот он, непальский нож кухри. О нем мы уже в прошлой программе говорили. Вот. Вещь, конечно, интересная, привезенная оттуда. В Москве существует специальный магазин. Вот это такая одна из бюджетных версий. Она стоит 1008 рублей, доходят они до 30, до 40. Авторские, ну, честно говоря, психология ножа понятна. С точки зрения, мол, не пальцев, стоит он на вооружении в армии, существует техника боя на этих ножах. Как я уже говорил в ранних выпусках, юноша охотится с ним на тигров, но я бы с таким ножом, наверное, не пошел на тигров. С горем пополам мы освежевали кабана, разрубили, разделали, используя только этот нож. Таких вот восторгов, сколько я читал отзывов, мы не испытали. Но, тем не менее, вроде бы проверено на охоте тоже. Ну, складных ножей может быть неограниченное количество. Вот к современным ножам существуют ножи, открывающиеся одной рукой с фиксатором. Вот такие-то ножи выпускает Браунинг. Как я уже освещали мы в наших предыдущих программах, швейцарские ножи. Ну, тут дело вкуса. Безусловно, в рюкзачке охотника должен быть какой-то еще маленький нож там. Ну, потом наше увлечение не оканчивается. Кто-то занимается рыбалкой, кто-то любит собирать грибы. В общем-то, в арсенале охотника, как правило, бывает еще с десяток складных ножей. Ну и завершая сегодняшний обзор наш о ножах, ну, в качестве даже нож для сыра, и то я использую с охотничьей тематикой. Привезли мне его в подарок из Норвегии. Вот видите, вот такой вот замечательный лось смешной. Рукоятка тоже из оленьего рога. Вот, и удивительно, норвежская хорошая сталь. Сыр режет вот лучше, чем в ресторане. То есть, ну, охота — это не только добыча зверя, охота — это, скорее всего, образ жизни. Вот если приходишь к охотнику домой, человек, который не просто стрелок, который вот он вышел, выстрелил. К сожалению, многие сейчас, вот охота стала очень дорогим удовольствием. Иногда 5-6 дней в охотничьем хозяйстве в Брянской области адекватно по цене отдыха в Турции в 5-звездочном отеле. Ну, это реалии. У нас в Магадан слетать в 2 раза дороже, чем в Нью-Йорк или в Оттаву, в Канаду. Это уже в такой стране мы, к сожалению, живем. Но, тем не менее, человек, который охоту чувствует тонко, отдается ей. И в домашнем интерьере часто прослеживается эта линия. В следующих передачах я попытаюсь рассказать, как можно, живя там в небольшой малогабаритной квартире, сделать какой-то
ну, трофейную комнату, это громко будет сказано, может быть, какой-то трофейный угол, как правильно оформить наши трофеи, которые мы приносим домой, ведь не сводится к тому, чтобы провести выстрел и на этом закончить. Хочется провести с охоты, во-первых, конечно, хорошие воспоминания, впечатления, безусловно, какой-то кусок мяса, которым в кругу друзей, может быть, и рассказать эти истории, которые я сейчас рассказываю вам. Ну и тем не менее, как-то вот придать своему жилищу какой-то вот такой легкий вот шарм, там, штришок, что все-таки человек чем-то занимается. Ну, это будет тема наших следующих встреч. Дорогие братья по оружию, если мы вас еще не утомили за сегодняшнюю программу, но программа подходит к концу. Пока мы с вами беседовали с нашим оператором Дмитрием, мы поставили, у нас готовится в соседнем помещении замечательная охотничья шурпа из лося, потому что недавно мы вернулись с ним с охоты из Тверской области, где мы охотились на лося на реву. Запахи, к сожалению, интернет, телевидение не передает. Нам очень хочется кушать. У нас выделяется желудочный сок. Вот. Если интересно, то в следующей передаче мы расскажем вам о рецепте приготовления этой шурпы. Этот рецепт я где-то совершенно случайно услышал по телевизору. Это любимое блюдо одного из австрийских императоров, который был тоже охотником. Блюдо примитивное, можно приготовить на охоте, на костре, дома. Рецепт мы вам расскажем, может быть, даже снимем сюжет, как это элементарно и просто готовится. И вы сможете его попробовать. Ну и за сим, наверное, ни пуха, ни пера. Всегда с вами наша программа «Беседы об охоте» и не только о ней.